Всем привет! Сегодня будем готовить просто обалденные маринованные грибочки. Уже через 3 часа такие шампиньоны можно подавать к столу. Но чем дольше они постоят в маринаде, тем будут еще вкуснее. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Вначале нарезаем чеснок пластинками. И отправляем в кастрюлю. Затем добавляем в кастрюлю соль, сахар, лавровый листочек, гвоздику, горошины черного и душистого перца. Заливаем водой и размешиваем до полного растворения кристаллов соли и сахара. Теперь вливаем уксус, подсолнечное масло и отправляем кастрюлю на огонь. Ждем, пока маринад закипит, и погружаем туда чисто вымытые шампиньоны. Перемешиваем. Доводим до кипения. Засекаем время и варим 5-7 минут под закрытой крышкой. Прошло 5 минут, грибочки пустили сок, больше их варить не надо, чтобы не переварить, потому что могут быть мягкими потом. Выключаем огонь и даем грибочкам настояться, пока остынут. Прошло 3 часа, наши шампиньоны пропитались маринадом, их можно уже подавать к столу. Для более длительного хранения надо шампиньоны переложить в сухую банку. Перекладываем вместе со всеми специями. Заливаем маринадом. Накрываем капроновой крышкой и отправляем в холодильник. Ну вот и все. Вкуснейшие маринованные шампиньоны готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.